Доброго ранку, вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні говорили на початку нашого ефіру, що хороший день для того, щоб отримати, наприклад, нові знання. Чим ми будемо зараз і займатися з нашими гостями? Сьогодні до нашої студії завітали наступні гості. Джексон Брайсон, Клоі Канді, Макс Варнер та Марія Пархоменко. Таке незвичайне ім'я. Доброго ранку! Good morning! Good morning. Наші гості викладають англійську мову у Полтаві, вивчають російську мову. На неї зараз ми і перейдемо для того, щоб спростити процес нашого спілкування і бути нашим гостям зрозумілими. Добре утро ще раз, дорогі Добре. Друзі! Доброе утро! І так, давайте розкажемо нашим зрителям о том, какие методы преподавания вы используете, где можно повысить уровень квалификации, так сказать, если да, мы изучаем английского языка. Английский язык. Mm-hmm. Так что мы являемся волонтерами, и мы просто помогаем людям изучать английский язык. И большинство из нас, мы приехали из Америки, и здесь мы для того, чтобы служить людям, мы являемся представителями нашей церкви, и так. Церковь называется Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Так что здесь мы для того, чтобы служить людям. Ваши занятия, они бесплатные, да? Да. То есть для всех желающих, кто хочет повысить свой уровень английского или просто даже начать изучать, может к вам прийти. Конечно, на эти занятия. Да. Куда приходить? Да, мы находимся на площади Независимости 20. Это здание нашей церкви, так что люди могут приходить туда и чувствовать себя свободно. Когда проходят занятия? Каждый вторник и четверг в 6:30 вечера. И сколько длится каждый урок? Один час. Хорошо. Этого достаточно для того, чтобы, например, пообщаться с native speakers? Да. Некоторые уже native speakers знают немножко русский язык, да, понимают. Мы уже сказали, что вы не только преподаете английский, но и учите русский язык. Ну да, это помогает нам учить английский, если мы можем на самом деле пообщаться с этими людьми, с какими работаем. Вас часто спрашивают о том, как живут люди в Америке? Ну да, конечно. И что вы рассказываете? Ну как? Ну, во-первых, я бы сказал, что дороги хорошие в Америке, но тоже, ну вы имеете как разницу между Америкой и Украиной? Но первая вещь, я заметил, это то, что еда здесь лучше мне, по-моему. Молоко. Вам нравится? Молоко. Молоко из гуд. Борщ. У всех глаза загорели. Недавно, она только 2 месяца в Украине, да? Что? Is this your translate? You're in Ukraine only 2 months. Что уже понравилось в Украине? What did you like in Ukraine? I like kind of the European feel that I've seen. Мне нравится как то европейское, что есть здесь, в Украине. I have mainly been in Poltava so far. В основном я была в Полтаве. Так. И как вам Полтава? I love Poltava. Yeah. It's I love Poltava. Так часто бывает, кто приезжает в Полтаву, они влюбляются в этот город. Ну, я знаю, что наши друзья, наши гости были и в других городах Украины. В каких? Расскажите, пожалуйста. Ну, я жил 14 месяцев в Запорожье. Запорожье. Это был очень хороший город. Да? Но теперь я переехал сюда, я только жил в 2 города. Да, и я был вначале в Кременчуке, потом переехал в Днепропетровске, потом в Харьков, потом в Кривой Рог, а теперь приехал как буквально 2 недели назад сюда. Ну и как мы уже успели выяснить, больше всего понравился Харьков и Полтава. Ну да, сам как город. Но, конечно, у меня есть друзья везде, и я люблю их всех. У вас друзья украинцы? И, да, ну. Ученики становятся друзьями, да? Конечно. Расскажите о своих учениках. Какой возраст учеников? Кто это? Все. Ну, сейчас бывают и студенты. Дедушки, бабушки, студенты. То есть, независимо от возраста, все приходят изучать английский язык. Но мне так кажется, что у вас на занятиях такая дружеская атмосфера, да, и ваши ученики, ну, потом спокойно становятся вашими друзьями, и вы уже общаетесь, даже если не в этом городе находитесь. И даже с друг другом. Когда я был в Кривом Роге, я знал, что там было много людей, которые познакомиться друг друга на наши занятия и стал друзьями. Стали друзьями. То есть курсы объединяют. Интересно, что ваши ученики задают вам много вопросов о жизни на вашей родине. А вы чем интересуетесь? Что вам интересно здесь?
What я are you interested in? Борщ. Вы интересуетесь едой, да? Русский и украинский язык. Кузин. Молоко. Маршрутки. Окрема тема маршрутки. Можно говорить долго про це, так. Я часто спрашиваю о том, как любят люди больше русский или украинский. Потому что все говорят, что они любят украинский больше, что это более красивый язык. Но все говорят обычно на русском. Так что это интересно мне об этом спрашивать. Это действительно интересно. Но на самом деле, ну, вы достаточно юные. Можно сказать, что вы обучались в Америке, вы только закончили школу и сразу переехали в Украину. Почему решили принять такое решение и уехать из своей родной страны в Украину, чтобы преподавать английский язык? Тяжело удалось это решение вообще? Что сподвигло? Мы даже не знали, что мы бы служили в Украине. Мы сделали наши документы, и мы послали их к церкви. И мы открыли наш конверт. И вот, вы будете служить в Украине Днепропетровская миссия. И вот Украина. Это было очень классно, честно. Понятно, интересно. А, кроме того, что вы даете уроки, у вас есть какой-то досуг, свободное время? Как вы его проводите? Хороший вопрос. Вы едите, вы пробуете, изучаете украинскую кухню, это мы уже поняли. Гуляете, ходите на прогулки. Как мы обычно, мы часто бываем на улицах, поэтому нас можно встретить. И пока мы на улицах, мы ищем людей, и тоже мы общаемся с ними. Мы спрашиваем, где что находится, как может быть какой-то музей. Или что-то в этом роде. Ну, кстати, в каких музеях побывали? Пока ни в каких. Я здесь только 2-3 недели, так что я еще ничего не успела, но мне очень нравится Полтава. Очень красиво. Ну и здесь действительно много мест, которые стоит посетить, посмотреть, увидеть. Маша, ну можно заметить, что вы уже, общаясь с носителем языка, сами немножко начинаете быстро переходить на английский и даже забывать, наверное, русский, правильно? А, некоторые люди, как они думают, что у меня есть акцент, когда я говорю на русском. Такое впечатление создается на самом деле. Ужас. Но это был мой страх. Получить акцент от американцев. И как я была здесь... Ну, это нормальный процесс. Да, я была здесь только, может быть, 4 недели, и мне люди начали говорить, у меня есть акцент. Я думаю, люди меня обманывают. Но, в вашем окружении сейчас больше американцев или же все-таки украинцев? Украинцев больше, но я как... Именно я всегда нахожусь с моей напарницей, и мы говорим много на английском. И я учу ее русскому языку, и поэтому как сама я учусь тоже. Очень многому от нее... У меня ко всем вопрос. Что главное в изучении иностранного языка? Ну, в частности, английского. What is the most important in learning different language? Exactly English language. I feel that it is important to speak with native speakers. That's one of the best features of our group. Я чувствую, что самое важное — это говорить с носителями языка. Это наиболее как важное то, что есть в нашей группе. Like they started out just like me. I can understand pretty well, but I don't speak very well. And so... Они начали с такого уровня, как я, и сейчас они говорят довольно хорошо. Я могу понимать довольно неплохо. But as I've been here, I've been able to understand more as I am around native speakers and things like that. И пока я была здесь, я научилась понимать больше, так как я нахожусь в окружении носителей языка. And so, like... They've been here a lot longer, and they speak like very well, and they, you know, they understand a lot more. And so it's very good. It's nice to be able to speak to native speakers. Так что они были здесь намного дольше, чем я, и поэтому они говорят довольно хорошо, и это очень классно. Мы заметили, мы заметили. Что вы скажете по поводу самого главного в изучении языка? Надо практиковать постоянно говорить на английском. Так что это очень полезно для нас, то, что мы живем в Украине сейчас. Мы можем каждый день, если хотим, пообщаться с людьми на русском. А если бы мы просто изучали, как даже очень усердно, очень долго, и тогда не говорил на русском, то мы бы забывали все. Сколько вы еще будете в Украине? Или вы не знаете? У меня осталось где-то 6 месяцев. Ага, то есть еще полгода. А ребята еще долго будут в Украине? У меня еще год, и у моей напарницы год и 3 месяца. 5 месяцев. А потом, что будет потом дальше?
Куда вы поедете? Как же вы расстанетесь со своими новыми полтавскими друзьями? Мы будем скучать, конечно, но у нас будет обычная жизнь. Куда вы потом отправляетесь? Будем изучать в университете и просто будем быть обычными людьми. А вы потом уедете в Америку обратно или в Америку? В Америку. Ну, я собрался вернуться. Увидеться за друзьями. Ну, мы вас будем ждать. Приезжайте. Приезжайте и приходите к нам обязательно на эфир. То есть можно к вам обращаться не только, если хочешь повысить уровень английского языка, а и начать его учить, правильно? Конечно. С нуля. Да, да. Как я сказала, я и моя напарница, мы ведем начальную группу. К нам приходят люди, которые даже не знают алфавит. И как... Если они работают усердно, они изучают сами что-то дома, и тогда они приходят и практикуются с нами, они имеют эту возможность улучшить свои навыки. А есть какие-то случаи из ряда вон, когда приходит там самый старший, например, ваш ученик, или самый оригинальный? Есть какие-то случаи уникальные? Или те, которые за месяц выучили английский? О которых могли бы рассказать? Вот ко всем вопрос. И парни задумались. Я думаю, как я могу сказать о себе. Я изучала английский язык и изучала его долго, но до тех пор, пока я не заставила себя говорить на английском с людьми, я не могла этого делать. И мне нужно было говорить именно с теми людьми, которые знают английский, которые являются носителями этого языка. И когда я смогла как иметь эту практику с ними, я смогла говорить тоже. Я тоже заметил, что люди, которые учат свой английский, они хотят говорить на английском. А часто бывает, что когда человек узнает, что я говорю по-русски, они начинают со мной разговаривать на русском. Так же легче. Это легче, да. Но есть люди, которые постоянно, не-не-не, я хочу поэтому вы не признаете, что вы знаете русский и можете говорить на русском? Иногда я не буду говорить на русском с людьми, если им... Скрываете. Да. А как преодолеть этот барьер, когда ваш ученик намного старше? Чем мы? Да. Есть у вас это чувство скованности, когда вы преподаете человеку с гораздо большим жизненным опытом? Я думаю, это очень классно. Можно играть с людьми в игры. Это то, что мы обычно делаем. Мы играем с ними в игры. Они за этим и приходят. И они как чувствуют себя свободно, и мы не показываем, вот, мы знаем больше или что-то в этом роде. Но мы показываем, эй, мы люди, давайте как проводить время вместе хорошо. И тогда, независимо от возраста, всем нравится. Даже так. Вот так, есть свои преимущества в этом. Ну, по крайней мере, я думаю, что нашим гостям среди других украинских городов запомнится Полтава тем, что здесь произошел такой замечательный телевизионный опыт. Это первый для вас опыт на телевидении? Да, потому что мы так сакцентировали на этом внимание, потому что ребята уже сделали много селфи на фоне нашей видеостили. Мы тоже запечатлены и попадем, я так понимаю, где-то в социальные сети. Что для вас социальные сети? Вы пользуетесь активно социальными сетями? Есть люди, которые вам пишут и просто хотят с вами переписываться и общаться в онлайн, например, режиме? Ну да, мы переписываем письмо просто. А сейчас иногда, да. Да, но у нас нет возможности пользоваться социальными сетями активно, но у нас есть ВКонтакте группа и тоже у нас есть свой веб-сайт. И то есть, если вы зайдете на веб-сайт, вы можете увидеть, где находится английская практика. И она есть во всех городах Украины, практически, областных центрах. А, кроме Донецка и Луганска, так как там война сейчас. Да, то есть, в принципе, можно зайти на сайт и тоже найти там информацию. Конечно. Что ж, друзья, если хотите выучить английский язык, получше. Да, удосконалити свої навики, знання, ну і взагалі просто отримати таку порцію позитиву, тому що... Хлопці та дівчата дуже веселі і дуже приємно з ними проводити час. Відчуваєш себе комфортно, насправді, в такій атмосфері. Мені здається, що і отримувати знання теж значно краще. Тепер ви знаєте, куди можна звернутися. Майдан Незалежності 20. Ні. Площадь Независимости 20. Перекладаємо. Так, все правильно. У нас утренняя программа, программа, наполненная позитивом, программа, которая дарит за мету. Дарит позитивные эмоции, да. Именно это. Что пожелаете нашим зрителям? Что пожелаете полтавчанам? Полтава Citizens. Я думаю, работайте усердно и трудитесь. И вы сможете достичь очень многого. Неожиданно для пятницы. Мы всех настраиваем на выходные. Работайте усердно, друзья. Что вы расскажете? Клои.
Скажете что-то? Пожелайте нашим полтавчанам. Will you advise something to Poltava people? Come and speak with us. We'd love to see you. Приходите и говорите с нами. Мы будем очень рады видеть вас. Класс. Буду очень рад с вами познакомиться. Здорово. Как все позитивно. Спасибо за то, что вы все такие замечательные. Класс. Мы тоже вам говорим спасибо за то, что вы такие замечательные, веселые, позитивные. Спасибо. Было с вами приятно. Ну, а мы напомним, что у нас сьогодні в студії були іноземні гості: Джексон Брайсон, Клоуі Канді, Макс Варнер та Марія Пархоменко.